Ребята, всем привет, с вами Полина. Сегодня я хочу поговорить с вами на тему видеоредактора YouTube. Наверняка многие из вас даже не знают, что он, оказывается, есть. Но если не знаете, то, возможно, им не пользуетесь. Я сравнительно недавно научилась им пользоваться. И вот теперь, опять же, буквально месяц назад или полмесяца, или сколько уже прошло, я узнаю, что он попросту будет недоступен с 20 сентября 2017 года. Мне, если честно, очень обидно, потому что я буквально вот-вот научилась в нем работать, и вот у меня уже YouTube, спасибо тебе большое, YouTube, забирает возможность редактировать мои видео достаточно удобно. Я просто в шоке от этого. Я не хочу какие-нибудь другие редакторы скачивать и учиться в них работать. Опять же, известный всем Vegas, Sony, кажется, Vegas. Я даже не знаю, как он правильно называется. Я не знаю, почему я так упрямлюсь, почему я не хочу работать в этих известных программах по монтажу. Вроде бы они довольно удобные, да, и всякое такое, но тем не менее. Возможно, как раз дело в популярности. Ну и мне, конечно, очень обидно, что видеоредактор YouTube будет очень скоро недоступен. Хотя до 20 сентября есть еще время и возможность, а также желание поснимать видео. Поэтому еще какое-то время я продолжу им пользоваться. В общем, вот я решила вас поставить в известность. На всякий случай, вдруг вы тоже пользуетесь видеоредактором YouTube, поэтому просто знаете, что совсем скоро он будет для всех недоступен. И YouTube, я не знаю, чего он добивается, но помню, раньше я запросто склеивала в нем видеоролики, которые длятся по 2 часа, может даже больше. Потом эту возможность убрали. Осталась возможность склеивать ролики, которые длятся не больше часа. Это уже ни в какие ворота. Но пришлось и с этим смириться. И вот теперь видеоредактор будет полностью недоступен. Я просто в шоке от YouTube. Всем пока, ребята!